Всем привет, вы слышите Алексея Халецкого, а это значит, что вы на канале Лёша Играет и смотрите продолжение сетевой партии за горго-греческую в Sid Meier's Civilization 6. Если вы случайно наткнулись на это видео, то переходите к первой серии. Ссылка на весь плейлист есть в описании и в прикрепленном комментарии. Ну а спонсоры канала всю партию могут посмотреть сразу. Для вас полная запись тоже по ссылке в описании и в прикрепленном комментарии. И всем вам приятного продолжения просмотра. Блин, надо каравеллами ходить, а то не исследуем нифига. Нам еще одного чувачка найти. Их 7, потому что они одного... Кстати, это ацтек захватил, интересно. Сейчас глянем, кто там был. Если ацтек захватил. Да, Англия была. Лондон, Плимут, Ливерпуль. Блин, смотрите, у ацтека 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 13 городов. А я сейчас только 12-й. Ну, слушайте, ацтек так-то выглядит тоже неплохо. Но по науке, конечно, отстает прилично. Прилично. Так, Фес, Антананариву, Болонья. Окленд. Ну, пока все, наверное, пока никуда больше не отправляю. Ну, теперь точно уже расселение закончено, я думаю, больше некуда. О, мы промышленную зону еще не поставили. Не дело. Что у нас там по великим людям? 100 золота, 2 торговца. Ой, 2 посла. Культурный захват — это хрень. Рядом с чудом природы. Мы, по-моему, только Маттерхорн нашли. На Верочку. Ну, так нам сначала надо фабрику построить. Теперь можно в Спартии попробовать рурку. 9. Только угольную купить. Да, кстати, 10, да. Потому что тут производство было, я его, считайте, убрал. Вообще, тоже не самое лучшее. Срочно кота в студию, понял, Жоник? Сейчас принесем котика. Алло, алёшка. Так, ну монументальность, может, уже нахрен надо? А с другой стороны, реформа денежного обращения, так я только у себя опускаю. Здесь живут драконы, нафиг. Ну, походу, монументальность опять. Реально. Просто все остальное у меня не будет работать. Надо корпуса поделать. Так, знаете, наверное, из Аргоса поотправляю. Хочу попробовать тут Петру построить. Надо на производство сейчас поотправлять. И эту в Кнос поставим. Кнос как раз должен расти, а у меня без Губера что-то не растет ничего. Как родился с маленьким, так и хожу с ним. Не успел ничего выбрать.
Все стримы для спонсоров сохраняются. Все стримы спонсоры видят. Так, что-то тихо стало. О. Так, это берем, а вот, наверное, это вот... Хотя, мгновенно строит банк и рынок, и две ячейки. Не, наверное, возьмем тоже. Там другой был торговец, кто-то его взял. Так, ну, Петру надо вот сюда ставить, чтобы соседство было с Акрополем, который вот здесь возможен. Блин, карточку надо на строителей. Так, у нас больше пока Акрополей нету, некуда писателей отправлять. И этого некуда отправлять. Так, в Эритрии еще нету, да, центра коммерции? Ну, собственно, давайте тогда его тут и делать, раз у нас великий человек такой есть. Интересный. Так, надо увеличить время. Я опять нифига не успеваю, мы уже в следующую эпоху вышли. У меня тут каравелла без дела. Кандидат на худшую Петру. Ну, бывало и похуже. Тут хотя бы вот эти клетки более-менее. Если бы еще Наска... Подожди, а может Наска есть? Я как-то это пропустил. Не, нету Наски. Так. Художник, что рисует дождь. И плюс 3 к боевой мощи всех морских юнитов. Это хороший флотоводец. Художник Микеланджело Сикстинскую капеллу украсил своей живописью. Пошли, наверное, в линейную пехоту сначала выйдем. Вообще без военных лагерей сегодня. Так. А, тут не показывает. А угольная сколько у нас будет стоить? 640, по-моему. 600. Следующим ходом купим. Может, тут лучше Акрополь тогда? Это не факт, что мы сейчас... Ладно, давайте кампус. Не факт, что мы еще построим Петру. На самом деле... Ну, да, Финн там точно не дотянется, что тут надо фабрику делать. Не, он что-то там берет, кстати, какой-то Акко. Я про немца.
Блин, я вообще каравеллами-то похожу. Почему я так много юнитов? Уже почти 3 минуты. Чисто на одну клетку для соседства. Ну, мне кажется, зря они... Вот в пятерке Петра еще торговый путь давала. Мне кажется, тут тоже было бы хорошо, если бы он торговый путь давал. Давайте, наверное, гранты. Не, ну это херня. Этот инженер нам не нужен. Где последний участник партии? Наверное, можно уже и маскат взять. Все-таки счастье от центров коммерции. Неплохой бонус. Ну, попробуем мавзолей сделать здесь. Хотел. Так, угольную покупаем. Здесь покупаем строителя. Да и торговца, наверное, тут куплю, чтобы Петру ускорить. Ну, я, блин, не знаю даже. Интересно, что шотландец сидит, играет. Он же никак... Там, знаете, можно было подумать, что он там АФК, например, ушел. Нет, он играет. О, извержение только музей сломало. Это хорошо. А, все-таки, кстати, немец захватывает Финикию. Надо к Ацтеку куда-то. Надо лучше Ацтека исследовать и отправить к нему этих. Ну ладно, давайте пока в Плимут. Так, тут фабрику, походу, тоже надо. Поставлю на автомат уже эту... А, блин, я уже походил. Так, колосс кто-то построил. А мониторы делегацию. Слабое извержение. В Мике иногда нормально, в принципе. Так, тут чисто производство. Тут чисто производство.
который после 100-500 модов зашел в сетевую без модов покатать, ничего посчитать не смог. Но это даже без счета. Вот, вот Ацтека, да, и Германия, это нормальные цифры. Это нормально. Это у меня просто очень, очень все круто, прямо скажем. Блин, не знаю, брать ли его. У нас, по-моему, только Маттерхорн, а это, собственно, одна клетка. А, есть Торрес дель Пайн. Ну, вообще, ну, ладно, Торрес дель Пайн и две клетки. Какое там следующее? Не, нормально. Да, Домикен не добивает, поэтому я там строю. Да, Финн не добивает, поэтому я там строю фабрику. Все верно. Так, давайте на ап юнитов поставлю. Вместо логистики. Нам надо еще два линейных пехотинца. Все, выходим в химию, и это ГГ уже. Полевых пуль. Вообще надо, наверное, пушки открыть. С другой стороны, когда я выйду в химию, я пушки быстро открою. Интересно, он надеется корпусами каравел что-то сделать? Перекупил он-то на Риву обратно. Ну ладно. А нет, тут фес нам надо вернуть еще. Любимый зритель, если тебе нравится видео, то поставь, пожалуйста, лайк и оставь комментарий. Кроме того, где-то либо здесь появляются ссылки на мои социальные сети. Ну, а если ты все еще не подписался на мой канал, то, конечно же, подпишись. Можно стать спонсором канала и получать эксклюзивные видео только для спонсоров Жевжиков-Патрициев, а некоторые видео раньше, чем для других зрителей. Кроме того, появилась функция «Супер спасибо» где-то под видео. Это как донат, только не во время стрима, а только этому видео. Всем спасибо за поддержку. Ну, даже не знаю, что, какие ваши мнения, как, что тут могут соперники вообще придумать еще? Если только все объединяют, может всем войну объявить? Чисто по приколу, чтобы повеселее было. Что думаете? Раз у нас сегодня лучшие предательства в Циви 6.
Ну, я имею в виду всем, кто живые. Там нуби и финикии. Но я не вижу по игре, что... Хотя, конечно, у ацтека городов больше. Я сейчас лабы построю, это все уже будет. Ацтек, кстати, тоже пропустил этого инженера. Заправил проходы. Выгодно. Кстати, у нубии нету там ничего поторговать. Нет, чай у меня у самого. У него все те же ресы, что и у меня. А у шотландца. Вот это нам, кстати, тропический лес не нужен, да? Точно, спасибо. Что-то какая-то армия плывет у ацтека, но у меня все равно больше. ГГшку какую-то забрали. Наверное, ацтек опять же. Нет. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, один, двенадцать, тринадцать, 14 уже городов. Он забрал Кумаси, Ливерпуль, Плимут и Лондон. 4 города забрал. Но я так понимаю, что... Так, тот, кого мы не встретили, у него не очень здесь. Ну и ацтек на 5 технологий отстает. Тем более, что я там прямиком куда-то иду. А он, кстати, не в союзе. Он в союзе. Со вторым. Подождите, он только меня и его встретил. Ну и Англию, соответственно, которую убил. То есть он не встретил ни Нубию, ни Германию, ни Финикию. Ясно. А все, ливнул тот чувак, которого мы не встретили. Ну. Теперь точно только ацтек остался. Биг Бен. Нет, тут жалко запретку. Ладно, давайте, наверное, строителя поулучшаем все. Тут шпиона. Мы что-то не можем больше район построить пока. Тут угольную надо. А, кстати, присылали же донат котика показать. Точно, я...
Был донатик на котика. Спал в корзиночке своей. И такой луп-луп глазками. Даже не ноет пока. Ну, покажись. Да. А спасибо за тот донат, за совсем про котика забыл. Наверное, археологический тут. Ой, не-не-не, не рынок. Тут мы используем великого человека. Короче, Ацтек и Шотландия решают в чате, что выиграла Шотландия или внут скатки. Да, это так было в какой, в прошлой игре, что ли? В прошлом стриме. Как будто меня вообще нету в игре, там что-то народ порешал. Рурку построили. А вот Зулус. Ну, 66 науки, конечно, тоже грустно. То есть мы тут чисто с Ацтеком остались. Так, давайте на всякий случай в сталеварение выйдем. Нам, кстати, еще броненосца надо. А, подожди. Там две верфи. А, сейчас будет две верфи. Так. Не, я скоро закончу. Кто вышел? Германия. Ну, мы тут, короче, с дуэль с Ацтеком остается, в общем-то. Шотландец до конца сидит, да, больше всего, конечно. Подожди, опять я за что получил? За рурку? Так, у нас там карточка стоит. Археологический музей, ясно, блин, надо отменить естественную историю. Перекупили Маскат. Маскат надо тоже вернуть. Все ливнут, кроме шотландца. Ну тогда и я ливну, и шотландец может с полным правом считать себя победителем. Так, Маскат, Маскат. Баллистика, это нам надо апнуть пушечки. Ускорили выжженную землю. Вот туда и пойдем, и в мобилизацию. Игрушки.
слабы. О, Петру все-таки построил. Кайф. Кстати, с Чака что-нибудь поторговать можно? Блин, один мед. Я не знаю, что это, что за люди играли. Причем долго. Знаете, вот просто вначале ливнул чисто финикийц, потому что его подселил немец. Потом все остальные сидели до... Вот шотландец до сих пор, вот типа, примерно уровня шотландца. Нубия сидела в один город, не знаю, ходов 50. Шотландец на истощение, да. Так, паровой двигатель открыли. Идем. Стали варенье. Успею я апнуть в броненосец? Успею. Триста науки, 200 культуры. Ну просто на треть. На треть, блин, ладно, на треть круче, чем ацтек. На что он надеется? А открыв сталь, если он еще, кстати, он пока еще может, как бы, да не, 63 силы со стенами, не может он ничего, каравеллами я имею в виду. Так, а, и археологов мы тоже открыли. Я сейчас слабо построю, у меня будет просто... Ну, не знаю, под 600, наверное. А я еще карточку поставлю. Эту... Рационализм надо будет поставить. Тоже мавзолей в Геликарнасе приятный здесь. Это мы все берем точно. А вот... Ну ладно, флотоводцы. Тут, по-моему, флотоводцы мало кто, да, вообще мало кто набивает, поэтому ждать следующего долго будет. Так. Черепах, наверное, надо пойти взять. Хотя вон в баллоне есть черепахи. Хорошо, а киты есть? Где бьют хвостами киты? А, может просто как скаута его использовать? Thank you.
Так, Маскат, Антананариву, Фес. А Унса что дает? Плюс одно золото на 5 клеток. Ну, кстати, а он и на внутренние работает. И на внутренние работает, нормально. Out of this room, there was... Я забыл, что у меня тут в банке можно шедевры размещать. Даже ходить успеваю. Так, мне 7 очков не хватает, так? И 9 ходов. Чудеса я больше никакие вроде не строю, да? Ну, вон музыканта получу. И, походу, скоро инженера. То есть это 2 очка будем считать. Ну, потому что сейчас Германия набьет на инженера, и там нам должно достаться. Уран только у шотландца. Ну, ты же понимаешь, что если уран только у шотландца, то мы его заберем легко. На его великий жаль. Давайте нефть, наверное, откроем, потом авиацию. Какие-нибудь чудеса, может. Нет, дворец Потала жалко. Чеченицы тут маловато. Запретка. Тоже жалко. А пока строителя тогда. Я тут вот угольную хотел купить сначала. It is known that if I be... Так, ну, за себя проголосую. Плюс 5 к боевой мощи. Дальнобойность. Тут, кстати, так нормально за себя проголосую, пускай пройдет. Не то, что я много районов буду строить, но получить дипломатический... Видите, шотландец голосует, сидит. То есть он не держит таймер, ничего, его кикнуть не за что. Но у него 31 наука, 10 культуры. Да, археологами, кстати, можно набить точняк.
Ну, во-первых, вот инженер. О, на чудеса как раз. Во-вторых, еще инженер. Два инженера дали. Так, значит, у нас остается 5 очков. 7 ходов. Да, давайте в Афинах, наверное, тогда археолога построим. 3 хода. Вообще, через 2 хода я его куплю. Главное, деньги не потратить. Давайте, наверное, лучше я его куплю. Вот в пятерке на пустынях можно было фермы строить. И вот эти клетки с Петрой тогда нормальными становятся. А тут даже не построить ферму получается. Давайте военный лагерь сюда. Так, а это что делает? А, чудеса. Так, я пока не знаю, какое чудо я хочу строить. И хочу ли... Какую-то ГГшку перекупили. Нефть всего лишь одна, прикиньте. На такой огромной территории. Да, пустыня вообще унылая. Тундра еще более-менее, а пустыня... То есть, тут на каждый тип местности есть чудеса, которые их улучшают, понятно. Но пустыню... То есть, пустыня более-менее становится только с Петрой и с Наской. Если Наска есть в игре. А если Наски нету в игре, то и все, и сиди. Ну, только если там у тебя не цивилизация на пустыню, тогда еще более-менее. Понятно. В Олимпии Мигария нету электричества. Ладно, построю щеченицу чисто ради очков. Thank you.
Хотя там, наверное, ладно. В другом месте кампус где-нибудь сделаем. Видите, произошел культурный захват клеток. На этом пока все. Продолжение выйдет завтра, а спонсоры канала уже могут посмотреть все прохождение полностью. Ссылка в описании и в прикрепленном комментарии. Большое спасибо вам за поддержку. Я Алексей Халецкий, тот, кто сделал это видео. Лайк, комментарий, подписка, возможно, супер спасибо и спонсорство. Спасибо за поддержку. До следующих видео.